Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Смотрите, такое приобретение. Очень удобно, очень зачетно. Стоило 135 гривен на 10 кубов. Шприц многоразовый. Иглы отдельно продаются. Тоже там гривен, ну, до 10 гривен недорого. В общем, в чем достоинство? Во-первых, игла вкручивается и не выпадает. Очень удобно. Она толстая. В ней отверстие толстое, из-за этого любые лекарства легко вводятся, будь то масляные, будь то водянистые, не имеет значения. Плюс она короткая, и очень хорошо свинью можно просто сзади, ее в заднюю часть бить, без проблем пробивается, вводится, все классно. Еще смотрите, какое достоинство. Можно линеечка, вот тут есть, будет видно, не будет. Вот эта линеечка. Выставляешь, допустим, полный шприц набрал по кубику, сколько надо, по 2 кубика вкалываешь, его тоже достаточно удобно. Значит, это все дело разбирается. Сейчас помоем. Все это дело разбирается, моется. Он пластиковый, не разобьется. Помыть можно в теплой воде. Ну, в принципе, этого будет достаточно. Сейчас пойдем, будем колоть свинки. Окситоцин. Что-то она не очистилась у нас после опороса. Сетка. Подойди. Ну, в принципе, все. Вы видели, как это все работает. Отлично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.